Друзья, у ряда пользователей байдарок Time-Trial возникают вопросы, как же вообще ставить сиденья или спинки, устанавливать на лодочке. Сейчас я вам попробую это рассказать и показать. Перед нами сейчас байдарка Щукарь Лайт. В комплектации к ним идет сидушка из морской фанеры. И цепляется она, как на всех обычных лодках, на электрослик пас. Да? Здесь, в принципе, объяснять особо нечего. В полуздутом состоянии на лодку устанавливается эта сидушка, и дальше просто докачивается необходимое давление для того, чтобы вам сплавляться. Вопросы чаще возникают по вот этой чудесной спинке. Как ее правильно ставить так, чтобы она действительно работала как спинка, а не просто болталась как тряпочка. Если вы обратите внимание, когда возьмете вашу спинку, здесь есть специальное крепление, которое вам просто нужно будет разогнать по углам. То есть, по сути, здесь полоса должна быть прямая, а крепление вплотную прижато. Дальше вы просто цепляете спиночку за кольцо, заводите ленту за спинку, и в это же крепление сначала в один паз вставляете ленту, потом в другой. Та же самая операция с другой стороны. Вот. Таким образом спинка зафиксирована, но при этом как бы еще болтается. Для этого сзади вот это кольцо посередине стоит неспроста. У вас в комплекте должна идти небольшая резиночка, которая эту спинку утягивает и также фиксирует. Ее просто подвязываем к распорочным кольцам. Опять же, регулируйте так, как вам будет удобно. Степень натяжения и прочие моменты. Все, подвязали, спинка у нас зафиксирована. Здесь можете ленточки подтянуть, если вам это необходимо. И таким образом у вас получается готовое удобное сидение на вашей байдарке.